matapos mapadayo sa ibang bansa tulad ng Malaysia at bansang Japan. Sa Russia naman ang sumunod na destinasyon ng hindi basta-basta pasisindak na Pinoy boxer na si John John Wolverine Estrada. Doon niya kinasahan ang wala pang talo na Ruso na si Vladislav Krasnushin. At nang pinagharap, tila nagpakita ang Pinoy na hindi siya basta-basta pasisindak. Tinitigang mabuti ang Ruso at tumangutangu pa. Sa round 1, sugod agad ang Pinoy. Malalakas na right hook agad ang pinakawalan. Estrada, вес для Красношейна это безусловно. Estrada сразу же размаш. Вот это попадание от Владислава. Бойцы, мы видим, оба идут в пик, выбрасывают силовых ударов. До уровня оппозиции таких ребят еще. И смотрите, Владислав очень хорошо так сейчас поджал канатом филиппинца и готовит. Это давно уже перестало быть редкостью. Ну, те, кто смотрит за боями Владислава, знают, он есть свойство стойки. И практически не выпускает из угла здесь Красношейн своего соперника. Утредоточен, Эстрада точно бьет. Эстрада в глухой за и не форсирует события. Еще раз 8 раунд в Екатеринбурге. В предыдущем он проиграл Акжолу. Улу. Акжола мы сегодня еще увидим, кстати. Но по площадям работают оба. Их прям жестких, точных. Стоит у канатов, хорошо себя чувствует, комфортно защищен. Амплитудные крюки. Да, к сопернику. Хороший два апперкота. Здесь зевнул филиппинец. Но еще... Владислава Красношейна. Два корпуса от Эстрады. И еще Джон. Корпус соперника в конце. Кот от Красношейна. И, естественно, Эстрада хочет реванш. Это удары. Дает поработать сопернику. И ответ. Удар такой в защиту больше. А здесь здорово попадает Красношейн. Поймал он этот момент. Да, левый по корпусу. И снова Владислав. Не стал брать все 5 минут. Ну, пинец. Пошел все возвращать пропущенное. Ну и тут как тут. Владислав, перчатки на месте. Снова стойку. Теперь работает в правше. С передней руки так разбивает. Эстрада по-прежнему опасен. Несмотря на то, что, наверное, вот это... не стоит недооценивать филиппинца. Да, он сейчас вниз. Вот, пожалуйста. Быстрый, жесткий, хлесткий. Правый... А потом слева Владислав Красношейн. Принимает на защиту эти удары Фунду. Если так патетично сказать. Попадает здесь по туловищу Красношейн. Про что рассчитывает филиппинец. Эти атаку соперника подойти на удобную души, что называется. Филиппинец пока ударами делает часто. Со раунд 3. Nakipagtagisan ng lakas ang Pinoy na si Estrada. Pagsuntok ng Russian, gaganti naman siya ng banat sa katawan. Да, стойки левши же работает у нас Акжол. Оба били в данный момент боксеры. И так хорошо выстрелил с дальней руки. Да, опять работает в левше Владислав. Так, а может и этак. Танюшка на излете. Скорость, хорошая скорость. Даже не экватор еще. Ответ Филипп. Терпеливость у этого... Нация от Владислава. Но больше двоечка от филиппинца. Тут же перехват. Хороший бок справа от Красношейна. Опять апперкот. Я думаю, сами справятся. Да, в клинче там прошел еще боковой. И руки сейчас Красношейн ударил в голову и тут же ударил по туловищу. Котов у нас на ближней дистанции. Пожалуйста, филиппинца, будьте покойны. Это к оранжевому и ближе к желтому. Перчатки у Красношейна. Пошел вперед, отогнал канат. Опа! А вот, пожалуйста, панчер. Владислав постоянно нагружает большим количеством. Может справа жестко хлестнуть, чуть-чуть усыпить бдительность Красношейна и потом перехватить. Вот как снесет, мне кажется, все видит. Здорово проваливает своего соперника. И снова начинает. Вторая половина поединка. И смотрите, пошел вперед филиппинец Пинца. Ударов защищается. Хорошо, два раза. Руки! А вот здесь точно попал. Финтов, мне кажется.
именно владеет движением и маскирует свои атаки. Простоват, да? Вот, пожалуйста, серия. Было все в защиту, были на месте перчатки, и после этого... Раз, два. И еще раз туда же. Вот здесь можно было подловить филиппинца. Вот, хорошо, по корпусу. Красношейна. Ох, как размашисто. Да. А вот сейчас два. Начинает раунд незапланированных. Первый легкий вес. Красношейн. Да, точно слева попадает. Отлично. Хорошо, там да, справа да, подцепляет. Да. Хорошо, вперед филиппинец. А вот здесь опасно. И капа выпала у Владислава Красношейна. Это, наверное, первое такое точное попадание. Как минимум зацепить соперника. Может, они летят в воздух, в который ты вкладываешься. Это... Причем колоссальное количество. И разнообразно у нас здесь в ринге. Удался один такой вот оверхенд, такой мощный удар сверху. Проваливает его. Двойка от филиппинца. Отвечает красно. Ответ филиппинца. Филиппинец, это даже видно. Крюками своего соперника Владислав отлично защищается корпусом. Огрызается ударом справа эстрада. Именно ударов красношейная все же пришлась на перчатки. Будем справедливы. Да, эстрада классно защищается руками. Весь в работе красношейн. Вот сейчас, правда, пропустил удар справа, но в ответ накидал голову красношейна. И это объективная сила. Смотрите, решил он сам уже темпом. Да, и пошел на обострение. Да, возможно, не ожидал красношейн такого. Копил все 7 раундов силы филиппинец. Пожалуйста. Ох, точно попадает справа. Аж Владислав, такой звук, да, был. Но прям выдержал этот удар. Филиппинец очень стоит. Еще раз, из 5 поражений одно лишь досрочно. Здесь Владислав, идя вперед. Хороший левый боковой, красношейн. Умеет, знает, что делать на ближней дистанции. Мы слышим, зал поддерживает бойцов действительно пешно. Мы за сегодняшний вечер увидели ситуации, когда небитые боксеры терпели поражение, причем досрочное. В данном случае очень стойкие. Но с другой стороны, можно сказать, да, что и красношейн... И снова. Но можно с другой стороны сказать, что и красношейн не прав с нокаутером. 6 побед, лишь 3 досрочных. И снова по эстрада додержится, я уверен. Sa pagtatapos ng laban, tila nabitin pa ang Pinoy, sumusuntok pa din sa hangin habang pabalik sa kanyang corner. And the winner by unanimous decision, Vladislav Krasnoshin! Bagamat hindi nanalo, pinalakpakan ang Pinoy sa ipinakitang tapang sa laban, walang sukuan, at naging buo ang loob ni Estrada kahit hindi sa sariling bayan naganap ang laban. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Minandro Domingo, Romeo Orbita, Brian Aguilar, JP Espinosa, Amber Manahan, Rosendo Makipoten ng USA, Renren Pascua ng Ilocos Norte, Alfonso Cortado ng USA, Jen Merjan Garcia ng Macau, Enchong TV, Chang Bihag, Jer TV ng Siargao Island, Happy TV, at kay Sheila Bon ng Butuan City. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.